сентября в Южно-Сахалинске открыли первый масштабный бизнес-форум для женщин. В нем приняли участие не только состоявшиеся островные предпринимательницы, но и новички коммерческого дела. В день открытия для них запустили флагманский проект «Леди 007». В рамках этой программы женщинам раскроют секреты коммуникации и самопрезентации, расскажут о построении бизнес-модели, а также маркетинговых трендах. Школа «Леди» рассчитана на 1,5 месяца обучения в онлайн-формате. Наша организация объединяет более 3000 членов. Мы проводим более 500 мероприятий для бизнес-леди в год. И, как я уже сказала, что в большинстве регионов у нас имеются свои региональные отделения. И теперь женщины-предприниматели Сахалинской области имеют возможность присоединиться в нашу серьезную команду. Лучшие ученицы по окончании обучения получат возможность присоединиться к делегации «Бизнес-леди». Они посетят 69-й конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей. Его проведут в Марокко.